кораблик, и можно сесть там же на месте, купить билет. Билет это стоит 440 по правилам. И просто на месте расплатиться. И на полчаса проплыть по реке, выходить в озеро, возвращаться назад, потом по лимону к вокзалу, потом возвращаться сюда же, вас приходят. Да, они взяли туда-сюда, фиксируют на полчасика времени, когда поедут. Так что вы можете, если хотите, это самое. А мы с вами сейчас обходим церковь другого бока и зайдем внутрь Цюрихского университета. Теология, наука, религия. Здесь обучают быть проповедниками и знатоками религии. А с другой стороны, посмотрите, вы видите здание, и на нем мемориальная доска, и там написано по-немецки поднимались наверх, смотрели, нет ли где пожара. Если пожар видели, на флагшток вывешивали флаг. И туда, куда флаг показывал, туда все стремились потушить пожар. Вот смотрим на нее, сейчас она начнет двигаться. Вот она прошла полметра. Видите? Целый мостик. Она входит в другую сторону, посмотрите, домик. Вы видите эркер, полкончик такой. На нем изображен золотой леопард. Чтобы почту до этого дома. Вот во втором веке это был Турике. Ну, а мы с вами уже поднялись на холм. А с левой стороны любимое место пенсионеров. Они сюда каждый день поднимаются. Как мы до этого дня?